Один плюс один создал очередной шедевр. Документальный фильм «Женские лица революции». Вот как об этом написала Александра Кужель, народный депутат Украины. Только что посмотрела на 1 плюс 1 документальный фильм «Женское лицо революции». Наревелась. Господи, как мы это пережили. Я не знаю, как Кужель это пережила, думаю, нормально. Но я тоже наревелся. В частности, вот с этого. Рождение другого человека. Потому что до этого времени я работала стилистом. У меня получалось, и я от этого получала наслаждение. Я не была особо патриотская. Ну, патриотская так патриотская, в принципе, но интересует другое. Сейчас страница ВКонтакте, на которой анонсировался этот проект 1 плюс 1, удалена. Мы на нее заходим, и мы ее не находим. Что же там было на этой странице? Мне стало интересно. И я извлек эту страницу из кэша. Комментирует анонс сама героиня Александра Рязанцева. И пишет она следующее. Дорогие авторы канала 1 плюс 1, вы неправду пишете. Между мной и Ромой не было любви. Это как понимать? Удалите, пожалуйста, мы ведь за правду стояли и боремся. Один плюс один решил не корректировать саму информацию, а просто удалить анонс. Вместе с комментарием Александры, ну, чтобы не смущать своих зрителей. Теперь вот скажите мне, как вы полагаете, можно ли доверять документальным фильмам 1 плюс 1, которые откровенно выдумывают информацию? Я думаю, ответ очевиден.